Сотрудники Брестской таможни и правоохранители пресекли канал незаконной поставки наркотиков. Более 300 таблеток экстази хотел продать гражданин Польши в Беларуси. На протяжении 2,5 месяцев шла слежка. Задержание 56-летнего поляка произошло в Каменецком районе. Было установлено неоднократное пересечение и ввоза данным гражданином психотропных таблеток на территорию Республики Беларусь. По материалам возбуждено уголовное дело по незаконному перемещению наркотических психотропных веществ через таможенную границу. Данный гражданин задержан. Это крупнейшее задержание психотропных веществ с начала года. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.